чтобы победу нужно заслужить. Заслужить ее. А когда некоторые игроки в команде свои личные интересы ставят выше интереса команды, то страдает вся команда. Плюс, с одним голом, сколько уже мы? 1-1, это нереально ничего выигрывать. Дело в нападающих, которые не забивают. Плюс очень слабое большинство. Тренируем, наигрываем, говорим. Некоторые не слышат. Поэтому будем разбираться. Ну, некоторые игроки просто не понимают, в каком они клубе играют, за какой вообще клуб, в какой системе, да? Вот и все, что будем готовиться к выездной серии.